Обогатительное предприятие. Это что-то на богатом, думаете вы. И совершенно правы. Именно на фабрике руда обогащается. То есть разделяется на хлористый калий, богатый полезным компонентом, и галитовые отходы. А помогают ему в этом профессионалы своего дела. Первым встречает сильвинит-аппаратчик. Представитель самой распространенной профессии на обогатительной фабрике. Он виртуозно ориентируется в показаниях приборов и точно знает, на какие кнопки нужно нажать, чтобы технологический процесс работал как часы. Аппаратчики бывают разные. Например, те, что отвечают за дробление, запускают специальную машину, которая приводит руду разных размеров к единому стандарту красоты. Затем начинается самое интересное – извлечение полезного компонента из сильвинита. За флотационный метод отвечает флотатор. Он регулирует ход обогащения и оперативно принимает решение об изменении параметров процесса. Полученный калий поступает в отделение обезвоживания, где его уже ждет центрифуговщик. Он запускает вращение специального устройства, благодаря чему выгоняет из минерала почти всю жидкость. Галлургический же метод включает в себя растворение, чистку от примесей, кристаллизацию под вакуумом, сушку и обработку добавками, которые улучшают свойства продукта. Чтобы производственные процессы не кувыркались, за каждым из них следит не тренер, а персональный аппаратчик. В сушильном отделении аппаратчик сушки ведет технологический процесс удаления влаги двумя способами – либо в печи кипящего слоя, либо в сушильном барабане. И вот наш сухой калий стал совсем взрослый. Лаборант технического контроля оценивает качество продукта и выдает ему паспорт – документ, подтверждающий соответствие стандартам. Все это время аппаратчик гранулирования зорко следил за технологической цепочкой, чтобы точно провести процесс перевоплощения хлористого калия из кристаллического в гранулированный. Вся производственная цепочка разрабатывается индивидуально для каждой фабрики. В ответе за это химик-технолог. Именно он учит всех жизни. Определяет стандарты работы, составляет инструкции и нормативы для всех, кто участвует в обогащении. Для транспортировки готовой продукции используются минераловозы. Бункеровщики проводят в вагонах генеральную уборку при помощи специальных промышленных пылесосов. Затем взвешивают каждый вагон, загружают в него удобрения и ставят соответствующую пломбу – знак качества. Теперь, благодаря многотысячному коллективу компании, наш калий, богатый полезными свойствами, готов отправиться в увлекательное путешествие по всему миру, чтобы сражаться за качество урожая в любой точке земного шара.